всей вселенной и сравнить не с кем тебя. Ты один, кто любит так безмерно нас. Знаете, в послании к филиппийцам написано: ибо он дает и желание, и хотение, и действие. Мне однажды задали вопрос, говорили: ну ты почему ездишь, вот так вот все оставил в своей церкви, и ездишь по деревням, по городам, тебе никто денег не платит, тебя ничего нету. Почему? А я говорю: а я не знаю. А потом-то я понял, это Дух Святой, который вошел в мое сердце, показал эту любовь, откуда он меня вытащил, он мне дал эту любовь. Я когда иду к людям, даю им эту любовь, открываю. Люди видят это, их глаза меняются, они каются. И меня такая радость наполняет. И я понимаю, этот Дух Святой, вот он и ведет меня. Сквозь века ты видел день спасения, цену всю взял от себя. Ты один, кто любит так безмерно. Однажды на конференции я услышал призыв о том, что необходимо трудиться в этом служении, и пастор Эдуард призывал к этому. Я вижу, что Бог сам занимается этим, я вижу, что это рука Божия в этом есть. Каждый день, когда я вижу спасенных, лица спасенных людей, когда я вижу горящие глаза миссионеров, которые вернулись с этих полей миссионерских, у меня не остается никакого другого выбора, чем либо заниматься еще. Я вижу, что это нужно делать для Церкви Божией. Это и воспитание служителей, даже больше скажу, это армия будущих служителей и спасение тысяч, тысяч душ людей. Я не могу ничем другим заниматься пока. Спасибо, конечно, всем. Даже вспоминая тот день, если бы вы не приехали бы сюда, я бы тоже не узнала бы о Боге много. Я знала, конечно, но не до такой степени. Теперь, мне кажется, меня тянет даже больше, вот, что веровать, даже такой же становится, как вы, вот, все. Что хорошо хоть приезжаете. Спасибо, что помогаете всем. Даже за просто за то, что молитесь за нас. Что так вот, спасибо большое. Тоже будем молиться, все, что тянуться хотим к Богу. Не хотим, чтобы мы были такими, как раньше. Работал в шахте. Вон куда-то перестройка началась. Деньги не платили. Ну, короче, рассчитался. Да вообще ни о чем не мечтал, я не знаю. Думка была отсюда выехать, только ехать некуда, собственно. Мне кажется, везде такой развал здесь. Как родился, так я никуда не уезжал, только в отпуск. И на службу. Надо летом приезжать. По поселку походить, я вам покажу, где был клуб, где столовая, где школа была. Все было, и народу было около 2000. А вот сейчас живых 4 дома осталось. Вот Сашку послушал. Человек наркотиками занимался, бросил уже, бросил. Но я могу говорить, она бросит пить. А вот сколько у меня за день появится. Ты уже бросил? По моим верхним задумкам употребляю. Еще доброе дело делаете. Как-то со Библии написано, да? Вот что раз сказать, да, я верую, верую, а вера без дел мертва. Ну, вот я вот верую, а делов никаких не делаю. Спасибо Богу, что люди такие есть на земле. Слава, вернее, Богу, а людям спасибо. Я благодарю Господа за то, что Он действительно
сегодня возрождает вот это служение благовестия, чтобы церкви сегодня встали и пошли служить. Это очень важно. Я молюсь о том, чтобы сегодня церкви загорались Господу и выходили за пределы стен и служили. Потому что, когда перед тобой стоит незнакомый человек, выслушав слово от Господа для него, он стоит и плачет. Плачет и благодарит, что вы пришли. Была ситуация, когда один мужчина сказал, это было для нас ободрением, для всей команды, когда человек, который тебя не знает, говорит такие слова: «А вы знаете, что вы великое дело делаете? Великое дело делаете». Дорогие друзья, у нас с вами не будет другой жизни. Все, что мы сможем с вами сделать, это успеть сделать в нашем поколении. Сегодня уникальный проект, который имеет Российская Церковь, это проект «Год для Иисуса». 33 команды, которые трудятся сегодня, невзирая на национальность, невзирая на социальное положение людей, приводим людей ко Христу. Я хочу призвать вас, молитесь за эти команды. Может быть, кто-то из вас захотел бы принимать участие в этих командах. И вы живете в местности, где нету такой команды. Но вы хотели бы отдать год своей жизни, поехать, чтобы прийти в какой-нибудь отдаленный поселок и деревню, рассказать людям о Господе. Дорогие мои, не проживайте свою жизнь зря, обижаясь или злясь на обстоятельства жизни или на кого-то. А проживите жизнь с пользой для Господа. И это отзовется все в вечности. Нету ничего лучшего, чем приводить людей ко Христу. Если у вас есть желание поддержать эти команды, если у вас есть желание принять участие в этом деле, приехать или поддержать молитвенно, или поддержать финансами какую-нибудь из команд, чтобы они каждый день шли и да, переводили людей ко Христу. Тысячи и тысячи поселков и деревень за прошлые 2 года были достигнуты Божьим Словом. Миллионы людей услышали весть о Христе. Я уверен, нету ничего лучшего, чем увидеть Россию, достигнутой Божьим Словом. Я уверен, что только Евангелие может изменить проблемы, трудности и быт людей, меняя их сознание, отношение к жизни. Я призываю вас, молитесь об этих служителях, поддерживайте их финансово. Просто приезжайте сами и принимайте участие в этом. Да благословит вас Господь.